Всем привет, с вами Марк Винтер. Сегодня 26 августа 2015 года, и сегодня мы начинаем проходить игру Party Hard. Свежая игра, вышла 25 августа. Давайте сейчас настройки. Игра представляет собой что-то такое среднее между, я бы так сказал, Хитманом и Hotline Miami. Судя по описанию, нам нужно будет убивать гостей на вечеринке. Что-то я не могу найти. Громкая музыка. Так, ну все, можно начинать. Английский язык, русского пока что нет, я не знаю, будет или нет. New game. Игра сделана в пикселевом стиле. My name is Inspector John West. Мое имя Инспектор Джон Уэст. Mr. West. Deep breaths. You want a drink? Whiskey. Хотите выпить? Hold the виски. Hold the rocks. Hilarious, Mr. West. Fuck you. Пошел ты в жопу. Мое имя инспектор Джон Уэст. Я офицер. Можете вы описать, что произошло на той вечеринке? Серия убийств. В общем, на разных вечеринках. Там на крыше, дома, всяких крутых там пентхаусов. Какой был мотив? 3 часа This guy, ночи. Этот парень. He just wanted some peace and quiet. Maybe you should start from the beginning. Может, вы начнете с самого начала? It might give us a better idea of where this all went so wrong. Я говорит, хочу. Ну, в общем, он хочет с ним разобраться. Так, я буду играть с геймпада. У нас какой-то, смотрите, спидбайкер. Кому не видно, в левом нижнем углу вот наш персонаж ходит. Так, что ему делать? Use. А, вот все, обучалка. Все ясно. Так, а тут стоит какой-то бородатый байкер. Видимо, можно его скинуть туда и кинуть. Кстати, музыка крутая в игре. Тоже похожа на какие-то фильмы из 80-х, 90-х. И, кстати, Hotline Miami тоже похожа на музыку. Так, пресс-микс. Так, можно какую-то ловушку делать, да? I have been... А, ясно. Нужно быть близко к жертве. А, то есть... Блин, он сейчас сообщит. Эй, стой! В общем, если какие-то, видите, то есть тут убивать можно не только ножами, но можно также и использовать окружение для убийства. Убей остальных. Окей. Так, этот уже ловушку не хочет бросить. Кидаться. Это какая-то у нас жаровня, что ли, похоже. Можно бегать. Спринт у нас ограничен. Прикольный значок, вам не видно, но за лого там значок сохранения, видите, такой, знаете, старый дискет, который засовывают в приемник для дискет, не знаю, как он назывался правильно. Сделан прикольно. Люблю такие старые Если только эти тупые ублюдки знаю. В общем, он позвонил, то ли он, по-моему, сам позвонил в отделение полиции. Вот. Давайте я беру мышку, он мешается. Так, и что тут у нас за цель? Убить? Можно, понимаете, газету читать. Дроп пицца. В общем, что-то надо бросить. Можно как-то пиццу бросить, что ли, я не знаю. Зачем?
вот смотрите, нажимаем левый курок, и тут, видимо, показаны разные всякие ловушки, что ли, которые можно использовать. Сломал мотоцикл, петелки выходят. Так, и чё? А, то есть, чё-то сват приехал. И чё они? А, ну, типа облава полицейская. Сделать звонок. Приехал. Чувак, он только не приехал. Полиция приехала, сват приехал. Какие-то, блин, дезинсекторы. Ладно, в общем, 10 человек уже убито просто проезжающими машинами. Давайте посмотрим, как можно с остальными расправиться. Кстати, время, да, время засек. Справа виды там эти, похоже, варят наркоту. Товарищи. Так, а где-то тут пиццы не будет взять. Спрятать тело. Так, что? А, слушайте, мы устроили ловушку. А, там вода была, и мы, значит, можно танцевать. Танцую. Так, ладно. Ее убьем. Вот так убили. Пикабоди. Можно тело под тела прятаться. Эй, стой, тварь! Она пошла звонить. Нет, быстрее, быстрее бежим. Эй, а че он больше не берет-то? Ой. Так, от погони мы отделались, но у нас, блин, ух, ё-моё, что это за произошло такое? Я умер, нормально, для первого раза сойдёт. Не, ну, видно, сразу было, что игра достаточно хардкорная. Смотрите, в этот раз у нас почему-то другое место. Или просто мотоцикл, нет, другое место, смотрите. Так, пойдемте в ванну, там у нас кто-то спит. Ну, точнее, не спит, а... Ну, вообще-то спит, да. Музыку из этого. Из... как это фильм-то? Хичкок. Фильм забыл. Так, можно у нас спрятать тело, пока никто не видит. Давайте попробуем. Так, ну, отлично. Так, и можно туда еще одну запихнуть. Пойдемте, вон, наверное, в спальню сходим. Так, он разлил бензин. Да? Ёпа мать. Я опять умер. Ладно. Убейте их всех. Так, а вот сейчас, смотрите, опять то же самое место. Опять этот мотоцикл стоит.
сломать мотоцикл. Так, я ломаю мотоцикл. Что происходит дальше? Тёлку уснула. Я убью тебя, урод, он говорит. А кому надо звать? Так, смотрите, окно тут, наверное, могут увидеть. Так, они, видимо, начал буянить. Подождите, да, мужик начал буянить, в общем, в байке. Потому что у него сломался мотоцикл, он подумал на кого-то другого. И, в общем, другой чувак увидел, как он убил того, и, в общем, мы поняли. Так, а что мне с такого делать? Я сейчас меня заметил тут. Если он увидит, нет. О. Так, отлично. Отлично. Фига себе тут облава, блин. Офигеть. ОМОН приехал. 13 из 55. Офицер, я хочу, чтобы вы это видели. Гранатов, давайте в ванную. В ванну мы зайдем. Или вот, смотрите, тут что-то у нас такое есть. Нет, тут что-то на троих все будет. Приличное, наверное. Слушайте, что у нас этот борзый байкер ходит, он просто всех гасит. Может его убить, да? Давайте попробуем, ладно, там пока не получается, попробуем сходить в эту метовую лабораторию. Это, видимо, отсылка к этому, у кого-то тяжкий сериал. О, там будет мега-пожар. Блин! Это меня убило. Ну, не опять, а в общем, меня опять убили, неважно кто. Так, давайте попробуем сейчас сначала зайти в эту лабораторию. Долгонько придется тут ходить много. Так, уровень трубы спрятать. Отлично, там не смотрел. Так. Блин, она сейчас опять меня спалит, ё-моё. Чёрт, труп больше не берется, просто меня спалили. Видимо, когда палит, труп брать нельзя. Блять. Отлично. Приехала. Что там мужик долбит эту? Он типа заблокировал. Вот так вот. Так, давайте попробуем. Не знаю, что. Попробуем в туалет. Но, блин, а в туалете опять вот сейчас убьешь его, потом хрен это. Хрен спрячешь. Так, что-то смотрится глушительно сейчас будет. Я иду туда подальше. Thank you.
А, взорвался, типа, этот. Огнетушитель, ничего. А, я кого-то убил, все. Я посмотрел, это все дело. Так, можно перемахивать через эти балкончики. Опять убили, блин. Вообще не я. Мне кажется, если стоять, то они сами убьют. Что-то там опять он намутил, значит. Тем временем 16 убитых из 58. Прятаться не будет, вот этот черт. Так. Видимо, если быстро проносить, они даже не отдупляют, что это труп. А вин, вот теперь вдуплили. А если... Нет! Блин. Может, как-нибудь вырвался, я не знаю, там, не... Баст. Меня поймали. Так, ну тут зато есть опять мотоцикл, можно попробовать с ним. Кто это сделал? Чей-нибудь ковбой убил. Ладно, давайте попробуем какой-нибудь яд использовать. Видимо, куда-то сюда надо. Поездом плюс. Так, похоже, отравили какую-то эту. Стойку с напитками. Блин, может поездом, что-то я как-то это... Что она пошла делать?
Что такое? Я ничего не делал. Фига себе, этот мужик, блин, мужик помогает мне. Блин. Не такая прям простая игра, казалось мне. Поначалу. 47. А, можно теперь еще за разных персонажей играть. Прикольно. Если мы ачивки выполняем, нам дают разных персонажей. Хайд. О, прикольно, можно колонизацию тела прятать. Да, блин. О, неплохо. 14 сразу 47. Вот давайте, может, хоть час попробуем пройти. Так, можно тогда сразу что нам сделать? Убить какую-нибудь тёлку и запихнуть её в канализацию. Вот, отлично. Так, можно что-то на химической плитой, да? Она похожа, да, она рванула. Копы нужны, копы, бла-бла. Что это за таинственный человек с чемоданчиком? Так, давайте еще тут сломаем. И тут сломаем тоже. Я чё он убежал такой? Ну чё, спать типа побежал? Ковбой, видите, там наверху был ковбой, он пошёл спать. Тогда давайте попробуем этого, что ли? Может, у него будет что-то? Нет, ничего нет. Блин, быстрее, быстрее, быстрее. Отлично. Так, а тут можно прятать, отлично. Так, давайте еще вот это будем. Соник. Двадцать один из 47. Так, а там, видимо, мы как-то испортили шкаф. Видите, он свалился вот в комнате, где, вот, перед которой я стою. Три, 47. Еще 24 тела нужно убить. Так. Я думаю, вот это вот. Главное, чтобы меня не срисовали. Пойдемте попробуем нигера убить. Или вот давайте байкера. Так, тут где-то был нигер, а что-то я его не вижу. Смотрите, помещение рядом с ванной и туалетом, там сразу два человечка, отлично, 26-47, может быть, за эту серию успеем хотя бы первую пати пройти. Быстрее не заходи сюда. Игра на самом деле прикольная, стоит не так дорого, где-то 200 с лишним рублей. Ну,
кому-то может не понравиться там графика, не знаю, геймплей может кому-то не нравится, но я такой люблю графику пиксельную и необычные идеи в играх. Мне очень нравится, когда делают что-то необычное. Так, можно позвонить. Давайте лучше вот этого убьем, потом попробуем позвонить. Они будем убивать, потому что какая-то женщина зашла. 28-47. 19 человек. Последний, думаю, будет диджей. Кстати, интересно, а что сделать, если убить с самого начала? Это опять, по-моему, опять приход. Сохранится мужик, который... Да. Какой-то качок. В военной форме. Блин, срисовали, сволочи. Но он не успел. Так, ладно, сейчас прибежит полицейский, и главное спуститься вниз. Вот. И чё, он мне полицейского говорит, что ли? Отлично. Ну, сейчас, значит, приедет контор, который нам этот путь заблокирует. Вот, да, вот она уже приехала. Типа сантехник. 17 человек. Ну, слушай, надо попробовать это пройти. Приемчики показывает. Так, а он что, тоже один из этих, да? Кого надо убивать? Типа еду отравить, да? Танцуем, чтобы не выделяться из коллектива. Похоже, у нас типчик внизу, похоже, он баганул наш телохранитель. Он теперь постоянно в такт музыки. Ух ты, можно сжечь кого-нибудь. В такт музыки, в общем, махает руками. Ой, спасибо. Давайте сюда еще верхнего уберем. Я предлагаю зачистить эту комнату. Так, а тут можно? Нет, тут нельзя перемахивать. Но можно перемахнуть через... Кстати, можно, смотрите, давайте отнесем, попробуем все тело вверх, наверх отнести. И там их сжечь. Типа у нас такой симулятор Патрика Бейтмана, в общем. Я ж там не делал ничего, какого хрена? Я ж там вроде этот... Не трогал этого. Канистр. Слушайте, похоже, что-то с игрой случилось, потому что механик у нас слева, ну, не знаю, кто это, ремонтник, в общем, стоит и не алло. Ну ладно. Ну, это, в общем, Hitman 2D, по идее, получается. Ну что, давайте тогда мясо кровище устраивать, что ли, все. И вот видите, да, они типа меня срисовали, но
Ничего, ну, в общем, какой-то баг, видимо. Но мы уже не будем переигрывать, добьем всех людей. В следующей серии уже там будем. Комбо, офигеть. Еще и какую-нибудь ачивку. Так, последний, ну, как я и говорил, Джей. Так, ну-ка. Все. Докрутил тарелочки. Так, а дальше что? Почему я двигаться не могу? Странно. Так, ну, давайте, наверное, на этом закончим. Что-то игра лаганула, хотя в целом работает она достаточно хорошо. Может быть, какая-то была ситуация не прописанная, не входом, не стандартная. Вот. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Макс Гюнтер, всем пока.